Казахстанский тяжелоатлет Едыге Емберды завоевал золотую медаль на юниорском чемпионате мира в испанском городе Леон. Штангист стал победителем весовой категории до 89 килограммов, подняв в сумме двоеборья 352 килограмма. Серебро досталось представителю из Ирана, а бронзу взял колумбиец. Напомню, ранее бронзовым призером в категории до 81 килограмма стал другой казахстанец Ярасул Саулебеков. Чемпионат мира в Испании продлится до 27 сентября. От сборной Казахстана на помост в предстоящие дни выйдут еще 5 тяжелоатлетов.